friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Я Кирилл Белосарковский, я живу в Алматы и работаю инструктором альпинизма в альплагере Туицу. Альпинизмом я занимаюсь последние 16 лет, ну и за это время доходил до уровня мастера спорта, если это что о чем-нибудь говорит. Туицу для меня домашний район, я провожу там порядка 9 месяцев в году, и я очень хорошо знаю горы, я знаю, как меняется погода, я знаю, как свалить с маршрута, если что-то пошло не так. Район в первую очередь для меня привлекателен тем, что все очень компактно. Практически до любого места в районе можно дойти за 5-6 часов, если нормально идти. Маршрут на Орджоникидзе получился, примерно таким же, как те, что там уже есть. Он длиной порядка километра, перепад высоты около 800 метров. Не очень крутой лед, внизу немножко скал, но немного. Там порядка 30 метров, такого микса. Ну и наверху, метров, наверное, 200 гребня. Когда я лез, на маршруте было много снега, зимой, понятно, будет много льда, а так, было как было. Я много времени провожу в альплагере, я учу людей заниматься альпинизмом. А в свободное время хожу в горы сам, то есть это как бы работа и отдых часто очень похожи друг на друга. Но когда я хожу в горы с участниками, то я много времени уделяю им, то есть я слежу за безопасностью и всячески там подсказываю или чему-то учу. А когда я хожу в горы сам, для себя, понятно, ничего этого нет, есть только процесс восхождения. Неважно, сам я это делаю или с напарником, происходит больше такого общения с горами. Я считаю стиль восхождений довольно важной штукой. Большую часть гор можно пролезть, если есть большая сильная команда, если провисить снизу до верху все перилами, поставить лагеря, то безопасность будет сильно выше, и момент вот этого исследования и приключения, он сильно снижается. Если команда небольшая и нет какой-то интенсивной обработки маршрута, то, в общем, шансы горы и человека, они более такие схожие. То есть придется сильнее напрягаться, чтобы что-то получилось крупнее. И, это интересно. Соло – это такая очень дискуссионная тема. Кто-то говорит, что можно, кто-то говорит, что нельзя. Моя позиция такая, что если человек отдает себе отчет в том, что любая ошибка может стоить ему жизни, если он понимает и принимает это, то почему бы нет? То есть такая максима о том, что с восхождения нужно вернуться живым, нужно вернуться друзьями с тем человеком, с которым ты пошел, и в последнюю очередь нужно вернуться с горой. Я, в общем, придерживаюсь вот этого вот правила. Подготовка к соло-восхождениям, на самом деле, мало чем отличается от подготовки ко всем другим восхождениям. Единственное, что если вокруг никого нет из друзей, нужно позвонить кому-то, сказать, что я пошел в горы, имейте в виду. А в остальном, по сути, то же самое. Позавтракал, собрался, пошел. Вообще ничего не меняется. Безусловно, восхождение на вершину – это важная штука. То есть без восхождения, собственно, нет как такового восхождения. Без вершины нет восхождения, потому что альпинизм – это восхождение на горные вершины. В то же время, то, как мы туда попадем, лично для меня играет очень большую роль, потому что это просто интересно, и можно как-то творчески к этому подойти, выбрать нитку маршрута и сделать все максимально красиво, выбрать максимально безопасный и объективно безопасный маршрут, красивую линию, и сделать это с, положим, с одним напарником. То есть это, на мой взгляд, это красиво и интересно. Wait for them to ask you who you know.